раз про этот самый подлёдный лов, который вот самая интересная рыбалка, это вот конец марта, первое число апреля, когда рыба сбивается в стаи, и такой бывает клёв, что забываешь, как в фильме, помните, это «Бриллиантовая рука», клёв будет такой, что клиент забудет про всё на свете, вот бывает такой клёв. Стали затемно, и с первой электричкой сюда доехали, пешком пройти чуть-чуть. Ну берегись теперь, и око, и плотвичка, мы собираемся неплохо отдохнуть. В порядке снасти все, и мотаем свеженькой, а это чего над лункой славно. И уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Кто хоть однажды испытал, как дрогнет сердце, когда над лункой изогнется вдруг кивок, тот отыскать уже навряд ли сможет средство, что от рыбалки сможет вылечить его. В порядке снасти все, и мотрим свеженькой, а это чего над лункой славно. И уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Какой был день, какое солнышко светило, и песня жаворонка в синеве лилась. Мы привезли с собой, и нам вполне хватило, чтоб все нормально было, чтоб все было в мазь. Получили удовольствие немало и отдохнули исключительно душой. И если б рыба хоть маленечко клевала, то это было просто слишком хорошо. В порядке снасти все были, и мотаем свеженькой, а это чего над лункой славно. И уже во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Во власти страсти мы, и чувства нежные, я замечаю, как рождаются в душе. Я замечаю, как рождаются в душе. Спасибо.